Так, друзья, привет! Сейчас мы всей семьей покажем вам фокус. Точнее, я покажу фокус, который мне, не поверите, в Париже год назад, когда я снимался в рекламе банковской системы, показал сам Дэвид Копперфилд. Он там тоже участвовал. И эта реклама будет по ссылке в этом видео внизу. Смотрите, фокус на самом деле довольно простой. Вот три коробка. Я сейчас их перемешаю. И Эмма и Платон по очереди будут вытаскивать коробок и угадывать, где в нем есть спички. Все, понятно? Тебя начнем? Все, я перемешиваю. Тихо. Так. В каком из трех есть? В этом? Ну, посмотри. А там по нет, есть. Потряси. Нет, нифига. Вот в этом. Вот так вот. Я не знаю, так, давай еще попробуем. Может быть, тебе все-таки повезет. Так, внимательно следите за руками. Как вы там, на персочнике, помните? Внимательно следите за руками. Я уже не помню, что там они говорили, всякие прибаутки и тому подобное. Так. Ну да, так примерно. Давай. Слабак. Вот так вот. Давай еще. Может быть, мама. Следите внимательно за руками просто. Это на самом деле все просто. Ну что, вот коробки, вот сюда. Махалай. Все очень просто. Ну что ж ты, вот. Эх ты. Так, посмотрим. Может быть, мама как-то больше все-таки уследит, а? Рядом! Ну что ж вы так? Ну внимательно, ну будьте, я же медленно мешаю. Я же не какой-нибудь Арутюна Карпян, у которого руки так, о-о-о, и все. Вот, посмотрите. Тактика-галактика. Ну как вы не можете? Ну это же легко, ну понятно, что ее прикрывают, да. Все, да. Так, не отвлекаться. Середо, говори. Ну, мама. Теперь я знаю где, теперь я точно знаю где. А если я реально знаю где? Тихо. Давайте. Ну чего ты, ну вот же. Ну и где ты знаешь? Где мама знает? Конечно. Я честно догадалась. Где? А ты догадался? Как у любого фокуса. Как у любого фокуса? Где у фокусника все спрятано? Под рукой. В руках. Вот, друзья! Ну, прикольно, да. А ты не догадался? Можно нет, можно играть. Эх ты. Вот так на деньги надо играть, понял? Я просто знал от них ребят, мол, которые у нас в Эстонии начинали свои капиталы именно с наперстков. Даже батя мой лоханулся, 50 рублей, я помню, проиграл еще советских крепких. Куда полез? Так что вот, друзья, все. Используйте это в компаниях, веселите своих друзей. Дайте да. Пока. Пока.